Мы снова гуляем. И как вы сумели догадаться, с новой бутылкой. Потому что бутылок не хватает быстрее, чем мячиков. Эта бутылка держится уже целых 15 минут. И Татоша никак не может отгрызнуть ей пробку. Все. Исторический момент. Пала бутылка. Татоша, ты у нас не футболист, а пастьболист, наверное. Да? Ну, наверное, эти сюжеты уже не стоит грузить. Татоша инсайд. Потому что одно и то же, только разные производители напитков. Это был чай Липтон. Так, на всякий случай. На любителя. Все, всем пока. Доброго всем утра.